它是俄罗斯最古老的大学之一。漫漫三百年，众多璀璨明星从这里冉冉升起，一首首伟大的乐章在这里奏响。最夺目的明珠与之交相辉映，照耀着人类前行的道路。列宁曾在这里伏案苦读，巴甫洛夫曾在这里潜心实验，门捷列夫曾在这里徘徊思考，还有棱次、罗波夫、谢切诺夫。当他们造福亿万民众的时候，大学的王者气概闪烁着光芒。圣彼得堡，俄罗斯第二大城市，这里风光秀美，700多座桥梁把40多个岛屿连接起来，被人们称为北方威尼斯。很难想象这里曾经是一片荒凉的沼泽。1703年，当彼得大帝决定要在这里建一座城市的时候，人们都惊呆了。在波罗的海附近荒凉的沼泽地带建一座城市，这在当时是难以想象的，人们更无法设想这座城市会长期存在下去。然而3个世纪过去了，作为俄罗斯欧洲部分象征的圣彼得堡却依然存在，并且成为俄罗斯工业、科学、文化、交通的中心。圣彼得堡市呢，应该说是叫做俄罗斯的北方首都。那么这个城市，它不仅就是它的这个城市的自然风景、这个艺术氛围，那么应该说在俄罗斯都占有非常重要的位置。Наверное, действительно, мне кажется, вот когда мы говорим о том, что прекрасно, что Петр I открыл свой первый университет в Петербурге, и, наверное, какой-то общий дух города, традиции города живут в Петербургском университете, но и город, и Россия были бы, наверное, совсем другими, если бы не Петербургский университет. 圣彼得堡建造的位置显示了彼得大帝面向西方世界的决心。当城市渐渐成型，彼得大帝又做出了一个惊人的决定，建造一所大学。1724年，彼得大帝签署命令，在圣彼得堡建立俄罗斯第一所高等教育机构，这就是圣彼得堡大学。学校从欧洲各地聘请了一批著名学者，在数学、物理、人文3个领域进行教学。1725年，当学校建立不久之后，彼得大帝就去世了，但是他建造这所大学的英名却让人们在300年之后都没有忘记他。Я нисколько не сомневался и выбрал университет, потому что университет дает качественное фундаментальное образование, наиболее качественное из всех имеющихся не только у нас в городе, но и по большому счету, я думаю, что в нашей стране. 它的科学气氛特别特别浓郁，而且，其实大学这种组织啊，它就是主要为了进行研究和进行教学，所以在这两个方面，彼得堡大学都是名列前茅。300年之后的今天，这所拥有20000多名学生、12个科学研究学院和19个系的著名综合性大学，已经成为俄罗斯教育、科学和文化的中心之一。300年来，圣彼得堡大学在俄罗斯史册上创造了一个又一个奇迹。众多数学家、物理学家、化学家以及作家都是从这里走出。То, может быть, достаточно сказать, что у нас более 100 научных школ, да, сегодня работают, действуют. А каждую школу, конечно, кто-то когда-то основал, да, и поэтому, скажем, имя известного математика Чебышева, да, оно известно всем в мире, а он основатель математической школы. Чебышев, 左脚天生有残疾,
因而在童年时就养成了在孤寂中思考的习惯。受到表姐和家教老师的影响，谢毕雪夫对数学产生了强烈的兴趣。1846年，谢毕雪夫大学毕业，来到圣彼得堡大学任教。习惯在孤寂中思考的他，选择了当时很冷门的概率论作为自己的研究方向。他开创性的研究和突破性的成果，一举改变了德法等数学传统大国对俄罗斯数学界的看法。如今，俄罗斯的数学家仍以自己被称为切比雪夫和彼得堡学派的传人而自豪。切比舍夫是талантливым механиком, и вот здесь можно видеть механизмы, созданные в середине XIX века по проектам и непосредственно руками Чебышева. Вот эта машина может считаться одним из первых роботов в мире, потому что Чебышев стоял у истоков разработки теории движения механизмов. Эта модель тоже модель Чебышева, и она представляет другой способ передачи движения, передачи поступательного движения рычагов на вращение колес. По этой схеме в конце XIX века были созданы инвалидные коляски специальные для инвалидов. 将理论联系实际，这是包括切比雪夫在内的圣彼得堡大学的学术泰斗成功的法宝。这也使得圣彼得堡大学成为俄罗斯乃至世界上众多著名学术流派的摇篮。电磁现象学说的奠基人，棱次定律的缔造者棱次，创造了圣彼得堡物理学派。在化学学科当中，圣彼得堡也同样书写着传奇。Создателем химической школы был академик Бутлеров. Это весы из лаборатории Бутлерова и виды химической лаборатории, которая была построена в 1893 году и считалась одной из лучших в Европе. Одним из факультетов Санкт-Петербургского государственного университета является химический факультет. Химический факультет ведет свою родословную с 1868 года, когда три очень знаменитых русских профессора в области химии создали первые три кафедры. Первую кафедру, кафедру общей и неорганической химии, создал профессор Менделеев. Вторую кафедру, кафедру органической химии, создал профессор Бутлеров. И, наконец, третью кафедру, кафедру аналитической химии, создал профессор Меншуткин. 云集了一大批优秀的教师和学术专家，提供30个专业领域的学术指导，几乎囊括了当前化学领域的所有分支。圣彼得堡大学化学学院是当之无愧的化学人才发动机。200多年来，圣彼得堡化学系很多人的名字至今还被人们传颂，这其中就包括因确立了化学元素周期律而闻名于世的门捷列夫，他也是迄今为止世界上最伟大的化学家之一。Это было в 1868 году, и вот мы считаем этот год.